Храм всех святых на бывшем городском кладбище – самое старое в Севастополе здание. Церковь была построена в 1822 году. Во время обороны Севастополя в 1854-1855 годах храм заняли французы и турки. Они похитили церковную утварь, а сам храм превратили в конюшню. После завершения Крымской кампании церковное здание осталось в полуразрушенном виде, без крыши и без убранства. Но через несколько лет было восстановлено. После Великой Отечественной войны храм всех святых оказался в числе немногих уцелевших сооружений. В начале 90-х здание отремонтировали, и сегодня оно с трудом вмещает многочисленных прихожан, представителей уже нескольких поколений. В день престольного праздника небольшой храм был переполнен молящимися. Всегда этот день, день всех святых угодников Божьих, конечно, наполняет сердце и мое, и всех людей, приходящих в наш храм, великой радостью, потому как это неделя первая после Пятидесятницы. И не так давно, неделю назад, мы праздновали событие, в котором Господь заповедал своим ученикам идти во все концы земли, крестить всех людей в разных концах земного шара. И как следствие этой их проповеди, чистосердечного и искреннего дела, которое им заповедал Господь, мы с вами нынче имеем миллионы и миллионы святых угодников Божьих. Праздничную божественную литургию возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Все святые, от века угодившие Богу, они были такими же людьми, как и мы с вами. Они ничем не отличались от нас. Они также были рождены, воспитывались родителями. У иных родителей воспитывались с детства в вере. Иные приходили в зрелом возрасте. Иные приходили уже на Голгофу и шли за Христом. Но каждый из них возлюбил Бога своего всем своим сердцем. Каждый из них, из святых угодников Божьих, услышав слова Спасителя: «Если кто-то хочет за мной идти, отвержет себе и возьмет крест свой, и за мной идет». И они ни на секунду не сомневались и брали тот крест, который не спасал им Господь. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма. Евгения Константинова, Анатолий Кукса, пресс-служба Севастопольского благочиния.